Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. 17 ноября я встретила очередных спасенышей. Прилетели Альма, спасенная с улицы. Помните? Прилетела худышка, которая покорила умными и печальными глазами. В ролике она под номером 5, и у нее, видимо, был перелом лапки. Так и срослась криво, досталась малышке страданий. И прилетела черненькая девочка. Ее тоже бы уже не было в живых. Мы вместе, обоюдно, решали с вами их спасать. И вот они прилетели. Горевать и плакать нельзя. Ждут спасения еще очень многие. Кто-то не дождется. Кого успеем, заберем. Хотя настроения никакого. Итак, сегодня еще три хвостика наших прилетели. Вот такие узкие у нее лопоузки торчат. Бояка. Бояка наша девочка. Это наш типа ретривера. Тоже спасеныш. Вот какой он шапульку тянет. Черненький сливается, в ночи получаем. Самолет задержали. Примерно на полсуток, да? Все, отошли. Ну придержите тогда, придержите. Так, этот поехал. Ну да, конечно. И еще Альмочка. Альмочка, девочка. Девчушка. Долгожданная, стерилизованная, случайно спасенная около магазина, дважды попавшая мне на глаза, и все-таки мы тебя спасли. Спасибо тебе, что ты к нам приехала. Не обижайся, не обижайся, мы тебя точно не обидим. Не обидим, не обидим сладких собак. Так, ну что, все тогда. Сейчас приедет этот трактор и... Резко с нашими собаками надо ласково и нежно. Ой, боже мой. В ночи собираем уже, забираем. Пакет свой. Так, стойте, это тяжелое. Как вы будете? Чего так далеко поставили? Это я поставила? Да, да, стойте, закрываете. Да подождите вы, давайте-ка мы хотя бы как-то вместе, а? Да я сниму все, что сделал. Надо было раньше. Ну, раньше. Все, теперь-то ну уже. Ну, ну. Ой. Подожди, сейчас упадет. Ой, ой, ой. Ой. И еще одна. Перед закрытием ППЖ на карантин мы вытащили много собак. Передержки в Якутске забиты до отказа. Смерть Гамлета, конечно, выбила из колеи. Но в Якутске ждут пока еще живые собаки. Давайте думать о них. Наши новенькие, которые приехали. В ночи, которые прибыли. Вот и не хотите. Вот вы какие хорошие. Да, вот она собака. Собака, такая собака. Такая собака, да. Вот. Так, вон вылезли у нас все. Вот бегут. Ой, здорово. Да. Иди сюда. Вон трусишка вышла, которая всего побаивается, но вышла сама из вольера. И вот вышла сюда, видимо, за собаками она. Такая она очень худая, прям вообще худушка-худушка. Вообще, Лара, она очень похожа на
этого Настинка. Может быть, это сестра его? Он же тоже такой белый, вот с такой масочкой. Вот она крадется, крадется к нам потихонечку, полегонечку. Ну ничего, он даже, видите, ребрышки торчат. Здравствуйте. И убежали. Эти вон все обнимашечки, у них целовашечки. Лар, смотрите на ногу, пока она вышла. Я ее пугать не хочу. Видите ногу? Вот что это? Рахит, перелом. Смотрите. Бегать ей это не мешает. О, боже, мы подошли даже поближе. Даже сюда передвинулись. Не все так страшно, оказывается. Так, хочу вам снять, чтобы вы понимали. Так, пойдите сюда. Давай. Давай, 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 давай. Ты молодец, прибежала ко мне. Ну, в общем, как-то так вот. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да? Что я сейчас к ней пойду, и она тут же будет давать заднюю от меня. Хотя уже попривыкла. Уже не бежит от меня так, как бежала. Да, ну все равно скажи. Ой, как страшно, скажи, да? Ой, как страшно. Так, вот она у нас одна осталась. Те собачки убежали. Очень худая, прям реально худая. Тихо, не прыгай на меня, пожалуйста. Видите лапа, смотрите, что с ней творится. Я не хочу пропускать сюда, чтобы вы посмотрели. Ну, идешь сюда, подойдешь? Не подойдешь, скажи. Зато вон все к папе подошли. Ай, тихо, 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 ты меня сносишь. Миша, не подойдет она к тебе, эта козюлька? Да, скажи, девочки ушли, а я осталась одна. Как же мне пройти? Черненькая у нее прям. Такие дружеские какие-то отношения. Сейчас убежит. Вот смотрите на лапу. Так, Лара, вот пока она здесь стоит, смотрите, видите, лапка. Вот сейчас я пойду, а она пойдет от меня, в принципе. Да, ушастик. И мой ушастик такой, так не видно. Вот сейчас с этой стороны. Вот. Вот с черной у них вообще. Так, черную мы бирочку сняли. Мы теперь без бирочки, скажи. Красивая девочка черненькая. Ой, ой. Сейчас играться будут. Мы вот взяли ее на поводочек. Вот я хочу вам просто лапку показать, что с ней. С лапкой с нашей, да? Ушко мы сняли. Да, отойди, пожалуйста, отойди. Ушко мы сняли, все обработаем сейчас. Так, мне нужна твоя лапка. Не бойся. Не бойся, она у нее как будто плоская, как бы. Вот смотрите. Ой, а скорее всего, может быть, даже был перелом. Не знаю, вот здесь косточка, вот здесь вот, вот, видите, торчит косточка у нее, ну, как бы сдвинута в сторону. Ну, по-любому у нее она уже есть такая. Внизу под роликом будут ссылки в защиту невинных, которых хотят убить. Проявите активность. Только массовостью мы сможем спасти несчастных.
Продолжайте им помогать, друзья. Без вас им не выжить. И без вас нам не справиться.